В музее панорамы «Сталинградская битва» есть ежегодная традиция. В мае, к празднованию Дня Победы, в Великой Отечественной войне открывать новую выставку. В этом году работники панорамы пошли нестандартным путем и посвятили подготовленную экспозицию сразу двум войнам. Выставка получила название «Первая и Вторая мировые войны. Противостояние». В зале музея идут последние приготовления к ее открытию, которое состоится 9 мая, в День Победы. Первая мировая война и Вторая мировая война – это близнецы-братья, сестры. Как не страшно это говорить, но они объединены, во-первых, судьбами людей. Людей, которые всю свою жизнь защищали Родину. Вообще, Первая мировая война, она всегда оставалась, во всяком случае, до недавнего времени в тени нашей великой победы во Второй мировой войне. Но с точки зрения военного искусства, военной истории, в этой войне было очень много нового. Именно очень много нового в вооружении, в тактике, в оснащении. Все то, что было только-только едва опробовано, а потом достаточно широко развернуто во Вторую мировую войну. Основу экспозиции составила богатая коллекция вооружения Первой и Второй мировых войн, которой владеет музей Сталинградской битвы. Обмундирование, награды, личные вещи солдат. Остальное предоставили коллекционеры, в том числе жители города-героя. А вот здесь пошли личные вещи. Баданова, знаменитого, да, танковый прорыв, его фуражка. Здесь золотые часы Трубникова, полного георгиевского кавалера. Вот. Здесь Батова, личные вещи. Причем, ну, мы видим, как он выглядел в Первую мировую войну, и вот как он воевал в период Сталинградской битвы. Здесь авиация. Причем авиацию мы показываем Первой мировой войны. Это практически деревянные самолеты. Вот еще сопоставим именно с задниками, да. И здесь уникальные вещи. Это летный шлем периода Первой мировой войны. Кроме того, уникальная коробочка. Это вот такая кожаная коробочка вот на таких деревянных самолетах. В этой коробочке летчики хранили карты полетов. Конечно, это с планшетами, летными планшетами Сталинградской битвы уже не сравнить. Сопоставление военной атрибутики, фотографии разных лет ветеранов, прошедших обе мировые войны, по мнению авторов выставки, помогают понять, что история – это не набор разрозненных фактов и событий, а их единство и в то же время противоположность.